выходи, тварь! Выходи! За что? Я же все сделал, как ты сказала! Все сделал, как ты сказала. Ну, сделай что-нибудь. Оживи его, ты же можешь. Где твой медальон? Ну, Павел, не могу. Это Масел, слишком поздно. Сделай что-нибудь! Сделай, ты же можешь! Где твой чертов медальон? А вы уверены, что это топор с Глории? Вы знаете, это утверждает эта сеньора. Сеньорита Миранда. Сеньора, сеньорита. Я не уверен, что это топор с Глорией. Это она так утверждает. Глория затонула. И пиратский корабль, который ее потопил, затонул в течение получаса после нее. А какие-нибудь другие вещи, уцелевшие из Глории, вам попадались? Нет, только это. Видите ли, Александр... Андрей. Извините, Андрей. Вы не первый интересуетесь сокровищами с этого судна. До вас там многие ныряли. Это мне хорошо известно. Тогда вы должны знать, что никто ничего не нашел. Ни одной монеты из этого клада. Давайте поговорим о дневнике штурмана с Глорией. Он существует? Да. Я что-то слышал об этом. Слышали или видели? Держали в руках? Профессор, я прилетел в Гавану ради этого дневника. Я знаю о Глории все, что можно было узнать из мадридских и лондонских архивов. И наша с вами беседа для меня имеет смысл, только если вы мне что-нибудь новое расскажете о дневнике. И за это я готов платить деньги. Я видел дневник. Он у этой сеньоры, сеньориты. Да, я знаю, мы с ней переписываемся. По почте. Тогда вы должны знать все. Меня интересует ваше мнение как эксперта. Вы считаете, что дневник настоящий? Да, он настоящий. В том смысле, что он относится к тому времени, к 17 веку. Но я не уверен, что... Это именно дневник штурмана Глории, что он написан именно им. Нет, нет. Все, спасибо. Это все, что я хотел от вас услышать. Если вы думаете купить дневник, то вряд ли эта сеньора вам не продаст. Спасибо, профессор. Всегда рад. Oye, niña, ¿cómo te llamas? Здрасте. В чем дело? Как в чем дело? Я пришел в офис Фонда науки и милосердия. Их здесь больше нет. Как нет? Они мне деньги обещали. Что, ночью? Почему ночью? Я приходил днем, три раза, был закрыто. Они обанкротились. Постойте. Как обанкротились? Ну как? Наобещали всем денег и обанкротились. Подождите. Не уходите.
Может, и они мне оставили записку, телефон. Я же известный человек, я врач, путешественник. Вы меня могли видеть по телевизору. В программе «Из дальних странствий» у меня была своя рубрика. Помните? Ничего они вам не оставляли. Шел бы ты, мужик, в дальние странствия. Вы мне не хамите. Я могу и полицию вызвать. Говорю же, обанкротились. Господи, как ты мог? Не надо, Маш. Как ты мог поверить этим проходимцам? Они не проходимцы. Это были солидные люди, благородные идеи и выгодные предложения. Лекарство от детского церебрального паралича. Ты ведь врач. Ты должен был знать, что такого лекарства не существует. Маш, ну пенициллина тоже не существовало, пока его не открыли. Они мне показали результаты исследований. Они были на пороге открытия. На пороге? Да. Это мы теперь на пороге. Ты не забыл, что у тебя четверо детей? Маш, не надо так. Они мне показали результаты исследований. Выкладки. Я же врач, я в этом что-то понимаю. Может, действительно, у них на последнем этапе не хватило денег. В медицине такое бывает. Вот, к примеру, академик Павлов, он брал собак. Сережа, 200 тысяч долларов. 200 тысяч. Oye, te cuadra unos tabacos. Tengo buenos tabacos, Cuban cigars. No, gracias. Mira, tengo. Привет, Андрюш. Ой, если кидать, то дай майо, я ему секитика. Серег, ты как? Что-то голос у тебя нерадостный. Да нет, устал. Работы много. Ну что, у меня все в порядке, дело в шляпе. Какое дело? Серег, сосредоточься, я тебя в Гаване жду. Понял. Давай, до встречи. Еду. Ну и где он? Куда он девался? Ты должна знать. Я не знаю, я понятия не имею. Ты же провела с ним всю ночь. Он свалил и не заплатил мне. Это твоя проблема. Ты была с ним всю ночь. Где он? Да, это моя проблема, но я не знаю, где он. Когда вы меня разбудили, его уже не было. Он должен был быть здесь, но здесь его нет. Что будем делать? Я не знаю, когда вы пришли, меня разбудили, его уже не было. Это его вещи. Да, это его вещи, я их выбросил. Отдайте их мне, он не заплатил. Дорогая, он никому не заплатил. Ласаро! Ласаро! Мега! Рухелио, дай ему на кахе. Он должен вернуться за вещами. Он же их не бросил. Он все спустил в казино и всем должен. Отдайте мне эти вещи, я их продам. Я бы тоже хотел его встретить и получить свои деньги. Алло, Фил, это я. Андрюш, я с ним могу говорить. У меня чекаут. Погоди, давай. Повези немножко. Ты где? Только не отключайся. Окей. А доска у него, наверное, дорогая. Может, ее продать? Так, с меня хватит, и я ухожу. Нет, ты никуда не пойдешь. Боже мой, оставьте меня в покое. Мы должны составить протокол. И ты будешь свидетельницей. Алло, Фил. Здорово, ты как? Да я отлично. Ты где? Я в Доминикане. О, совсем неподалеку. Приезжай в Гавану, дело есть. Куба? Остров Свободы. Кораблик? Угу. Кораблик. Еду. Давай. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar.
cárcel mi arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Buenos días. En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Кончай, пойдем. Sorry. Слушай, sorry. Ну, что пойдем, пойдем. Что? Сейчас. Пойдем. Подожди, мой Андрюха. Ну что, я маленький, что ли? Посидим, ну. А я хочу там стоять. Ну иди. Иди. Ven acá, ven acá, vamos a pedir algo. Ven. Рон. Говорят, ты здесь чемпион? Может, померяемся? Давай. Ну, давай. Че ты радуешься? Накачался, как горилла, fucking янки. Что? Что ты сказал? Что? Что? Что, драться на будешь? А ну-ка, пойдем, выйдем. Ты бить-то хоть умеешь? Давай в ладошку. Давай, кто сильный в ладошку ударит. Ага, давай. Стоп. Я поменьше, ты большой, здоровый. Давай еще я, потом ты. Идет? Да. Держи крепко. Готов? Эй, мусульмане! Я! Отвечу за русских морпехов. Вот туда я буду бросать острые предметы, любые. При этом я поставлю там самое дорогое, что у меня есть. Я поставлю свою доску ручной работы. Маникюрные. Бродяга! Ну, Андрюх, ну тебя только до смерти посылай. Опа. Сколько тебя ждать-то можно? Ну и чё? Где наше золото? На дне морском? Нырять не придется. Ты посмотри лучше, какую я машину отхватил. Какая машина, Андрюха? Фил, хорош, вылезай. Ну дай ключи, я прокачусь. Вылезай, пойдем выпьем по рюмке. Да, я проеду, пойдем, я все расскажу. Давай. Ну давай. Рассказывай. Глория. Выходит из Картахены с грузом золота в 562 килограмма в слитках и монетах. В составе каравана еще 72 корабля. Первую остановку делают в Гаване. Историк, мы это слушаем два года уже. Из Гавана выходят в Атлантику. Шторм. Караван разбросало. Глорию прибивает к северному берегу Кубы. Тут ее прижал пират. Короткая артиллерийская дуэль. Ага.
И пираты перегружают золото к себе на корабль. Да, но кто не замечает, что их корабль тоже тонет. Получил неустранимую пробоину. И капитан приказывает высадиться на берег. С тех пор их никто никогда не видел. Ни золота, ни пленников, ни пиратов. Пузырь, где ты там? Мешки сюда давайте. Уберите руки от воды. Сэр, а что будем делать с пленными? Убейте их. Всех? Всех. Хотя нет. Ну-ка, собери их. Бычок, а? Тащи сюда пленных. Давайте, давайте, встаем. Пошевеливайтесь. Встаем, встаем. Вперед. Вперед, я сказал. Быстрее, быстрее. Вамос, вамос. Далее. Вперед, на колени. Давайте, давайте. Что, стоишь тоже на колени? Готовы, сэр. Айуну медику. Врачи есть? Карпентеро. Плотники. Навиганты. Штурман. Дел. Я. Ту номбре. Имя. Висенте Рохас. Левантете, вамос. Встаем, пошли. Остальных убить. Но нос мате. Не убивайте нас, сеньор. Somos de familias nobles. Мы из знатных семей. Permitan presentar. Разрешите представиться. Капитан Роджер Прайд. По прозванию Бык. С кем имею честь? Росалия Гутьеррес, Рамирес де Алмавива и Гасет. Лаура Сантеларгос, Кабаллеро Альмодовар де Авила. Это хорошо, дамочки, что у вас длинные имена. У испанцев чем длиннее имя, тем толще кошелек. Я жена команды голландского гарнизона. Розалия, вдова прокурора Кубы и Антильских островов. За нас вам дадут огромный выкуп. Неужели вдова самого прокурора? Надеюсь, сеньор прокурор скончался в муках. Ну ладно, дам влево, остальных убить. Сэр, можно я? Можно. Стой! Держи! Круг, весло! Удар! Шлюпки утопить. А что же мы будем делать без шлюпок, капитан? Мы дойдем до Карибского моря через весь остров. По суше. А как мы потащим все это? И пленников порубили. Пленники тут не помогут. Нужны лошади. Пошли, ребят, пошарить в округе. Ладно. Можно вопрос, капитан? Ну, рискни. А зачем мы потащимся через весь остров? Это долго и опасно. Потому что там у нас будет корабль, а здесь нет. Откуда? Это мое дело. И этого достаточно. Ясно? Ясно, капитан. Верь мне, Хью. Я знаю, куда идти. Они перетащили золото через весь остров до самого Карибского моря. Это порядка 100 километров. 300 лет. Все золото ищут. Ни одной монетки не нашли. А почему мы должны найти, когда другие не нашли? Согласен. Ты место конкретное узнал? Я получу завтра страницу дневника штурмана с Глорией, где указано место клада.
caliente. Vamos, vamos, que está muerto en la carretera. Que mira la pinta del tiro. Tú saliste. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Buenas tardes. Может меня кто-нибудь проводить? А что такое? Ты же не девушка, чтобы я тебя провожал. Ты что, боишься? Ведь ты не Америка, друг. Иди спокойно, никто тебя не тронет. Но что, американо? Я не американец. Не американец? А кто же ты, откуда? Что, я русский? Я русский. Русский? А я слышал, русские отчаянные. Я заплачу 5 песо. О, ну это меняет дело. Подождите. $5. Bien. Ну что, где он? Ты звонил ему? Звонил. Уточняет место клада. 2 года уточняю. Попомни мои слова. Зря мы сюда приехали. Место неизвестно. Волны нет. Ну ты же его знаешь. Зря болтать не будет. Buenos dias. Добрый день. Мне нужна госпожа Миранда. Это я. И ты. А ты? Eres Андрей? Андрей. Sí. Да, но... А ты чего ожидал? Красотку 20 лет? Вы присылали фотографию. Но для чего же нужен интернет? Чтобы пошутить немного. А по поводу дела вы тоже пошутили? Нет, дорогой. Серьезными вещами я не шучу. Проходи. Принес что-нибудь? Ты же на свидание собирался. Садись. С грузом золота 562 килограмма Глория вышла из Картахены 23 сентября 1673 года, чтобы потом затонуть в 100 километрах восточнее Гаваны. Ну, это мне все и так известно. Тогда ты знаешь, что искать золото пиратов – опасное дело. Все это очень интересно, но не стоит денег. Успокойся. Это еще не все. Как вам попали? Записки Висента Рохаса. По наследству. Но штурман с Глорией был белым. Здесь, на Кубе, от черного до белого один шаг. И все же. Висенте Рохас, навигант дель Глория. Штурман Глории был белым. Но его правнук женился на черной девушке. И вот теперь я единственная наследница моего белого предка.
А это правда, что ты профессор по истории? Или это ты тоже приврал для интереса? Я доктор исторических наук. Преподаю. Смотри, какой. Значит, все, что ты мне писал, правда? Я это не вам писал. А кому же? Считай, что я писал это той фотографии. Нет, ты это мне писал. Мне. Ну, на этом наш виртуальный роман можно считать законченным. А как насчет того, чтобы начать реальный? И почему одна страница? Мне нужно видеть оригинал. Зачем? Потому что я должен убедиться в достоверности информации. Ну, хорошо. Только ради того, что было между нами. Единственная страница. Где остальное? А зачем тебе другие? На последней странице точно указано место глаза. А что это за символ? Полночь и полдень. Что это значит? Не знаю. Это из Африки пришло. Что-то я не помню такой символики у афрокарибских народов. Какая-то встреча. На поставу похоже. Развод, она его отвечаю. Андрюху? Да, не смеши меня. Дай зажигалку. А помнишь Мексику? Бандосов? Помнишь? Наезжали. А потом до самой границы провожали. Помню. Дай прикурить. Надо было втроем идти. Ну, ты же понимаешь, что это личное. Куда твоем? О! Вот это меня и напрягает. Плачу сейчас первую половину, вторую половину потом, когда найду клад. Скажите, чью фотографию вы мне прислали? Это она. Я вижу, она тебя очень заинтересовала. Вы ее знаете? Возможно. Может, и телефон дадите? Дорогой мой, ты хочешь все сразу? И золото, и девушку. Не заставляй меня ревновать. Я пагу по телефону. Я заплачу за телефон. У нее нет телефона. Послушай, дорогой. Ничего не бойся. Ничему не удивляйся. Лагу съем проси. Я всегда так и делаю. Ну вот мы приехали. Бухты Белой скалы. Привет. Увидимся.
уверен. Так, ну и где копаем? Записка штурмана изложена, все это как-то путано. Там написано, что золото находится между полночью и полднем. Так как. Полночью и полднем вы найдете то, из-за чего погибли все эти люди. И с такими данными мы сюда приехали. Понятно, почему золото до сих пор не откопали. Эта скала состоит из двух частей, южной и северной. Ее старинное название – Полночь и Полдень. Я случайно на него наткнулся, когда с картами в лондонском архиве работал. А теперь рукопись висит. Все сошлось. Может, поближе подъедем? Андрюха, это чего? А? Погоди, а где мы? В пещеру упали. Упали? Приехали, что ли? Куда приехали? Надо пойти посмотреть. Так. Я не понял. А где моя доска? Где дорога-то? И поселка там нет. Где моя доска? Ничего не понимаю. Где моя доска, придурки? У меня это сети что? Нет. У меня тоже. Я убью обоих сейчас. Потеряли. Да подожди ты. Мы дорогу потеряли. Как ты заехал сюда? Там была линия электропередач, и ничего. Слушай, а на той горе дома стояли и нету. Я точно помню. Там были дома на склоне. Не понимаю, как это может быть? На карте этот поселок тоже обозначен. А что было вчера? А? Надо идти людей искать. Каких только людей? Так можно что-нибудь объяснить. Что вы несете? Куда пошли? Не понял, как он заехал сюда. Стоять! Андрюха, вы совсем что ли охренели? Вы знаете, сколько эта доска стоит? Это ручная работа. Мне ее Михеляйкис там делал. Вы можете представить? Ты рыбу ел? А вы взяли ее, взяли просто профукали. Ты рыбу ел? Конечно, доску. Конечно. Ребята, конечно, точно, все дело ты в рыбе. Ты свое говно медицинское не забыл. И ты свои астралиады. Нет, нет, а мою доску можно? Я же просил, как люди. Слушай, Андрюха, у нас в Нигере был случай. Шли мы как-то с ребятами, у нас трясло. Мы как-то увидели шар. Чуть-чуть поморгали, оглянулись, нету шара. Нет, понимаешь, темно. Все, давай ребята, у нас должны быть одинаковые симптомы. Фил, по какой дороге дай я посмотрю мы ехали? На тебя. А? Дай я посмотрю давай тебе в сюда. Лицо. Что ты хочешь от меня? Зови этого сюда, дай сказал. Посмотри. Что дай ты хочешь от меня? Дай пульс потрогай. Зачем? Дай надо. На. Да заткнитесь вы на секунду. Дай глотнуть.
Дай еще раз пыль. Что ты от меня хочешь? Дай мне руку. Мы провалились в прошлое. Что? А почему не в будущее? Потому что в будущем всей этой хрени, дорог, электропередач, домов, всего было бы больше. А нет, ничего. Все исчезло. Значит, прошлое. Смешно. Сейчас, а это пещера доисторического страшного животного. Птеродактиля. Но? Судя по растительности, мы провалились не глубже, чем на 20 тысяч лет. Значит, ничего, кроме крокодилов и аборигенов, нам не угрожает. Ты уверен? Да ни в чем я не уверен. Парни, людей искать. Парни, это самое. Ну, я перебрал вчера. Я был неправ, это безусловно. Андрюш, ну я правда не помню. Серег, где моя доска? Идти будем налегке. Компьютеры, мобильные телефоны, прочие высокие технологии оставим здесь. Они нам помочь не могут, а навредить легко. Каким образом? Сожгут тебя на костре за колдовство, как ведьму. Да не, ребят, ну это бред какой. Надо просто вызвать эвакуатор. 112-00 и все. Вызови. Да у меня сети нет. Ага, и у меня. Но это ничего не значит. Ну не значит, так не значит. Что здесь сидеть? Шутка. Пошли. Шутка затянулась. Я уже понял все. Затянулась. Все, Фил, давай, собирайся. Где моя доска? В будущем осталось. Пошли, Фил. Серег. Серег, подожди, ну. Это точно не наше время. А какое? Ну, одно могу сказать точно. Колумб уже открыл Америку. А где люди? Не знаю, посмотрим сейчас. Сиеста у них, наверное. Пойдем. Ола! Ложись. Чего? Запах чувствуете? Он сладковатый какой-то. Трупы разлагаются. Какие трупы? Уверен? Ага. Эй! Мертвый. Замок. Такие замки делали после 1670 года. Бунт, что ли? Дня три висят, может, больше. Черт, куда мы вляпались?
Чего такое? Фил, я там кого-то видел. Да? Пойдем посмотрим. Андрюх, идем. Пошли, там кто-то в сарае. Дышит. Да ладно. Ребят, снимаем быстро. Фил, режь! В солому. Там кто-то есть. Мисерикордия, сеньор. Пощадите, сеньор. Мисерикордия, пощадите меня и мою дочь. Это твоя дочь? Да, сеньор. Como si fuera, приемная дочь. ¿Qué ha pasado aquí? Что здесь произошло? Рабы взбунтовались. Mataron a los capataces. Убили надсмотрщиков. Y después huyeron, и сбежали, сеньор. Что говорит? Говорит бунт. И ты, а ты почему осталась? No, no quise huir, я не хотела бежать, сеньор. Vale. Ладно. Vale. Ладно, Levanta вставай. Año es какой este? Сейчас год? Аню, год? Аню? Да. Эль Аню. Какой сейчас год от Рождества Христова? No sé, señor, no sé. Не знаю, сеньор, не знаю. Алисия, quién sabe? Алисия знает. ¿Qué le pasa? А что с ней? Duerme. Спит. Днем спит, ночью живет. И por qué la han colgado? А зачем вы ее повесили? Она всегда так спит. Дамочка, послушайте, но так можно умереть от прилива крови. Она так спит, сеньор. Днем спит. Соло дуэрме? Просто спит? Да, сеньор. Эй, эй, эй! Элан, что ей делают? Я видел ее. Где ты ее видел? Я видел ее на фотографии, которую мне эта старуха по нету прислала. Какая старуха? Старуха, которая дала мне читать записки штурмана с Глорией. Я видел ее. Какие записи? Я ее видел. Я видел ее на фотографии. Я не могу ошибаться. Я ее видел. Так, стоп, парни. Очнется и поговорим. Йок. Ты, как всегда, не можешь обойтись без своих глупостей. Зачем ты ему рассказал о полночи и полдне? Да какая теперь разница? Этого не следует упоминать в суе. И ту? А ты? Зачем ты его привел? Потому что он умеет решать вопросы. В Мексике с этой же командой они подняли клад в 5 миллионов. Их преследовала мафия. И они ушли. Но теперь-то он не уйдет. Ты ведь не отпустишь. А тебе-то что? Ну, мне не все равно. С каких это пор? У нас была очень интенсивная переписка. А, интенсивно. Только не говори, что ты ревнуешь после 200 лет. Не делай глупостей, Миранда. Твоя жизнь и моя сейчас на кону. Сигарет. Куда пошли сбежавшие рабы? Пошли домой, в Африку.
А ты знаешь, что Куба – это остров? Что вам до Африки плыть через океан? Не знаю, сеньор. Ничего не знаю. Ладно. И когда это произошло? 2 дня назад, сеньор. Ну что здесь сидеть? Ни еды, ни оружия. Идти надо. И трупы разлагаются. Парни, мы в жопе! Это реально прошлое. Там календарь висит за 1673 год. Последнее отмеченное число 10 октября. 10-е. Значит, сегодня 12-е. Согласно свидетельству штурмана с Глорией, пираты прибудут в нашу бухту 14-е число. Вы понимаете, что это значит? Так. Получается, что мы попали в то место и в то время, когда происходили приключения с нашим кладом? Так. И какая же падла нас сюда забросила? Фил, ты хочешь сказать, что есть машина времени? Так это же не научно. А то, что мы здесь, это научно, Серег? Механик. Что механик? Это механик, который всучил мне машину. Бартоломео.